В октябре в школе номер 17 традиционно проводится творческий фестиваль для детей особой заботы. Количество участников с каждым годом растет, а география расширяется. На этот фестиваль приезжают дети из разных школ области. Этот фестиваль проводится уже 4-й год. Впрочем, для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся не только творческие мероприятия. Между школами, которые реализуют адаптированные образовательные программы, заключен договор, и в рамках этого договора ежемесячно проводятся различные мероприятия. Это и интеллектуальные, и спортивные, и такие творческие мероприятия, как сегодняшний фестиваль, точнее музыкальная гостиная «Осенняя акварель». Фестиваль «Осенняя акварель» по праву можно называть областным. В этом году в 17-ю школу приехали показать свои творческие таланты учащиеся из Екатеринбурга, Пышмы и других муниципальных образований. Приехали впервые на этот фестиваль дети из Новоуральской школы номер 2. Привезли в Полевской 2 художественных номера. Уже не первый раз принимаем участие в подобном фестивале, первый, но ездим сюда постоянно, потому что наши ребята принимают участие в фестивале проектов, научно-практической конференции. Владислав Макаров, напротив, уже третий раз принимает участие в этом фестивале. Приехал из Екатеринбурга. Участвую, конечно. Я тут постоянный участник. Конечно же, среди участников и полевские школьники. Дети из школы номер 16 уже пятый раз принимают участие в фестивале «Музыкальная гостиная. Осенняя акварель». Для детей этот фестиваль – хорошая возможность проявить себя и показать своим родителям, на что они способны. Показать все свои наработки, которые есть вот в театральном, музыкальном, вокальном творчестве. Мои ребятки уже пятый раз принимают участие в этом замечательном мероприятии. Мы рады сюда приезжать, рады участвовать и будем сотрудничать. Школы номер 17. Для детей такие фестивали – хорошая возможность продемонстрировать все грани своего таланта. Кроме этого, здесь они знакомятся со своими сверстниками, общаются и заводят новых друзей. Игорь Соколов, Алексей Корепанов, новости «Твой день».